качеством видео такое чувство, что они, блядь, не в 1080. Вам не кажется? Остановитесь, пожалуйста, молодой человек. Остановитесь, стекло опустите. Что проблема? Здравствуйте, федеральный проект «Стоп-гад». Вы знаете, что там, куда вы сейчас едете, проезда для машин, для автомобилей нету. Там люди ходят. Вот, видите, люди ходят. А вы едете туда на автомобиле. Я знаю, у меня просто жена рожает. Понимаете, здесь больница, мне надо проехать в больницу. И что у вас тут рожает? Ну, другие люди не рожают, по-вашему? А если бы здесь, послушайте меня, если бы здесь сейчас скот... Вы что, девушка, вы можете так не орать, вы пожалуйста? Вы дебилы, что ли? Можете так не орать? Вы мешаете задницу. А если здесь машина скорой помощи будет ехать, и вы своей женой, которая вообще не факт, что рожает, возможно, она просто толстая, и вы ей напихали каких-то тряпок, чтобы ходить на дорогу... Ебать, он отделся смешно. Но скажи, Амстер, Париж, Берлин, сосут у Девяткина? Не, Амстер нет, остальное да. И проезжать там, где проезжать нельзя, вы из-за этого своего хаоса и наплевательского отношения заблокируете проезд скорой помощи. Ты дебил, кто толстый? Уйди нахер от машины. А ты что на меня бросаешься? Ты хам, что ли? Я адекватный, что ли? Я сейчас прысну. Я сейчас брызну. Я сейчас в рот брызну. Твою мать! Ты мне роговицу сжёг, сука! Я не вижу. Вот так-то, так-то. А потому что не надо хамить. Отъезжайте, пожалуйста. Будете знать, что такое хамство. Будете знать, как оно наказывается. Вы можете ускориться, девушка. Быстрей, 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 пожалуйста. Надеюсь, вас Бог накажет, девушка, за то, как вы себя ведете, и как относитесь к окружающим. Стоп, стоп, стоп. Куда едем? Куда едем? Стоп. Молодые люди, а вы чем занимаетесь? Вы почему людей давите? Пожалуйста, развернитесь и уедьте отсюда. Здесь нет проезда. Здесь... Ну, обойдите дорогу, мы по вызову, у нас человеку плохо. О, по вызову они, замечательно. То есть, если вы по вызову, значит, вам надо больше, чем остальным. Вы лучше других себя считаете. Иронично, да, что он до этого про скорую объяснял. Вы думаете, что вы какой-то привилегированный? Нет, я вам скажу, это точно не так. Вы будете как все. Нет, какой-то с дороги, уйдите. Правила ПДД. Правила ПДД для всех едины, молодой человек. Развернитесь, вот там есть объезд через кольцо, через Коломойскую. 260 метров отсюда всего лишь. А вот давайте такую ситуацию, просто представьте, если бы сейчас ваша скорая, вот вы, хамы два, которые приехали сюда на своей машине, мешали бы другой скорой помощи, которые бы тоже ехали на вызов, но у них была бы ситуация тяжелее, человеку было бы хуже, чем человеку, к которому вы едете. Подожди. Прием, четвертая. Семенович, мы где, блядь, там есть? Они сварились уже. У меня там лопнет скоро. Да, сейчас. Дебилки дорогу перегородить. Вы еще оскорбляете мужчина. А зачем вы это делаете? Вы хам. Человек умирает. Да вам просто плевать на других, это же видно. Вы какой-то хренью занимаетесь, честное слово. Вы больны, вам вообще делать нечего, что ли? Руки убери от машины. Помогать надо людям, мужчина, а не хамить и грубить, как вы, и мешать проезду машин. Как лев против, да? Бля, видели этот весь конфликт с львом, блядь? Такие приколы, пиздец. Какой вперед, держите его, пацаны. То, что он, конечно, котенка изнасиловал, я охуел. Хамство, конкретно. Вы людей давите, вы людям помогать должны. Ваша профессия людям помогать, а вы их калечите, вы сразу скажите, вы как хотите ноги людям переломать и сразу погрузить их туда к себе и вести их, да? Алло, четвертое, все, можете разворачиваться. Да нет, не Рил, ну там его троллят за эту хуйню. Арчи, это я, да? Да, блять, котенка засел, не очень вышло. Ты уроды, блять. Да там, блять, сейчас покажу, нахуй. Блять, а как найти-то нахуй? Всем привет, меня зовут... Сейчас. Где-то смешная вставка. Или это не в этом видео? Это не только у Гурама было. Там вставка была. Сука, где же она? Все материалы использованы в критических целях. На любой страйк и попытку заблокировать ролик я буду отвечать радикально. Все сказанное в видео я готов повторить лично еще раз. Я тебе сейчас сказал только что это в лицо. Всем привет, меня зовут Николай Соболев, и мы с вами видели многих борцов за справедливость. Да где, блядь, оно? За правду. Но, кажется, нашли самого наглого. Есть такой... Очень... Ну там, короче, врофл, блядь, дай в пизду долго объяснять. А? Гондонов. О, вот это хамство, еще и обзывать гондонами. Движение гондонов. Друзья, вполне возможно... В этом видео? Друзья, вполне возможно вы...
Ивый у Дудя. Да где, блядь, он? Во! Долго думал, но я даже подумать не мог, что хотя бы теоретически можно обидеться вот на это. Может, люди-то они и прекрасные, может, замечательные. Может быть, Миша котят разводит, ну, то есть мы не знаем. В особенности... На бабки. Эдвард... На да секс. Я даже не знаю, я вот каждый раз думаю над этими людьми. И чё? И всё, глупый... Короче, Лев Лазутин из Льва против затригерился, что, блядь, он типа, он потом написал, да я котят домой принес, как ты можешь так говорить, блядь? И с этой хуйни там такие, блядь, рофлы, пиздец, он так согрелся на это. Детей своих называть будете, наклейте... Теперь его троллит, что он котей, блядь, котят насилует. Однозначно наклейка. Нет, Сахар, не наклейка, это наклейка. Кстати, приветики. Здравствуйте, федеральный проект «Стоп мразь». А вы что себе позволяете, мужчина? Вы заехали на тротуар, на пешеходную зону, пешехода давите. Вам вообще плевать на всех? Еду, отъеду, извиняюсь. Отъедешь, да ты сейчас отъедешь, клей наклейку, это совсем мудак, клинический случай. О, давит людей, блядь! Хамло! Стыдно должно быть! Черт конченый! Чтоб ты сдох! Окошко опустите, пожалуйста. Да это, блядь, сатир. Здравствуйте, мужчина, федеральный проект «Стоп дрянь». Здравствуйте, а вы почему себе позволяете на пешеходов наезжать? Вы нашего активиста давите. Что вы смотрите, вы торопитесь куда-то, но вам плевать на тех, кто вокруг, на пешеходов, на людей. Вон у него уже видно, что нога опухла от удара. Вы зачем человека травмировали? Я просто пропускал его. Вы не пропускаете? Я же видел, что он идет. Ну так вы отъезжаете, значит, пешеход-то главнее вас на дороге. Вы что творите, что себе позволяете? Я в садик еду за ребенком. В какой садик? Вы совсем неадекватный, что ли? В садик он едет. Все, это клинический случай. Клей наклейку. Подождите. Мужики, вы что? Вы что, хам? Да все, все. А ты... Стоп, стоп, стоп. А что делаешь-то? Подожди. Ты клеить. А ты можешь просто вот так вот наклейку, который ты федеральный проект «Стоп дрянь» наклеил, ты можешь взять ее и просто начинать отклеивать. Ты так думаешь? А я так не думаю. О, пацаны, он на меня напал, напал. В чем дело? Очень кстати, очень кстати, товарищ инспектор. Обратите внимание, человек встал, припарковался на пешеходном переходе. Блять, настоящий нет, сука. Совершенно не думает об окружающих, об инвалидах, о женщинах с колясками. Зафиксируйте, пожалуйста, нарушение. Сейчас съемка у вас идет, да? Да. Инспектор ДПС Сухоплюев. Значит так, прискорбно, что в нашем районе есть такие люди, которые грубо нарушают правила дорожного движения. Значит... Нет, стоп-хам прекратили свое существование недавно. Мы... А, значка нет, точно, нагрудного. Стараемся бороться. Рома, ну наконец-то обняла. Маруська, приветики. Спасибо большое тебе за 2 года тупо в комьюнити. Дико, например. Спасибо, милаха. Что за трек? Это акустический сейд. Сань, спасибо, ребят, что вы, как сказать, пресекаете. Сейчас мы все зафиксируем, все будет по закону. Спасибо вам большое. Меня избили, простите. Они меня избили. Процедура такая, обращайтесь в поликлинику по месту прописки, снимайте побои, потом... По месту прописки участковому. Соскучился по стриму? Не знаю, Саш, просто я думал, что я отдохнул, я нихера не отдохнул. По Европе мы находили где-то, ну не знаю, 65 где-то километров. Давайте я посчитаю. Я всегда был с телефоном. Я понимаю, что вы очень рады, блядь, что я сейчас отвлекаюсь и считаю, сколько я, блядь, находил. Тем более экран не выводится, сейчас посмотрю. Я начал использовать телефон на 100%, теперь я разбираюсь в программе здоровья, блядь. Могу посмотреть, сколько я находил. В самолете, кстати, при посадке пульс был там 128, что ли, пиздец вообще. Так, 25 тысяч шагов. Это 1 числа. 1 числа я находил 17,7 километров за день. 17,7 плюс. 11,2 плюс. 15,8 плюс. А, нихуя, что-то 65 я мало сказал. 10,9 плюс.
8 и 1 плюс 11 и 2 плюс 4 километра, что это за день? А, это я дома был. 4 плюс. У меня просто был день, когда мне что-то хуеваста было. Я заболел. 11, 4 плюс 9 плюс, нахуй. 12, нихуя себе, зарешал вопрос. 12 плюс. Полтора, это что, почему полтора всего? Полтора, блядь, всего? Что за хуйня? Полтора километра за день? Такого быть не могло. Полтора километра за день? Что за хуйня? Такого быть не могло, в принципе. И плюс 5,4. 118,2 километра. 120 километров. 120 километров по Европе. В ахуе я тоже. Но это немного, мы когда в Питере были, по 20-30 километров каждый день гуляли, Саш. Я жирный вообще-то. Мне не так было легко, как тебе. Пишите заявление, вызовите скорую, пожалуйста. А что такое, неважно себя чувствую? Алкоголь, наркотики, что, спайс какой-нибудь? Нет. Да вы совсем невменяемый, по-моему. Пойдемте в машину, товарищ водитель. Экспертиза покажет, что вы там употребляли. Значит, ребят, спасибо большое. Разберемся, да, все по закону будет. Вам спасибо. Спасибо. Ну что ж, очередной нарушитель благодаря нашему проекту «Гоп-стоп» наказан. Вот, пожалуйста, следы наказания можете увидеть на асфальте, на снегу. Делаем бравое дело. Так показывается количество шагов, конечно, в очах. Здрасте, да. Еще раз. Это, слушайте, все хотел. Спасибо вам, кстати, за это. За мутацию. Всегда, пожалуйста, наша работа. Это спросите, а где этот с вами был все время такой? Рыжий, мелкий такой. С герпесом, который. Да. Русик, что ли? Так его же в армию забрали на той неделе. Прям с рейда под руки увели. Серьезно? Да. Так он же это, блядь, колясочник. Ну так им же похуй, они сказали, что призыв в разгаре и надо 130 тысяч человек забрать, неважно каких. Призыва нет, да, реклама? А вас что не забрали тогда? Мы же не долбоёбы, товарищи, у нас военники у всех. Бля, охуенно. Например, сделал с компанией призыва, точка нет. Я сделал. Серьезно? Слушай, а можно как-то там это, ну, замутить, а то он пиздюку моему через месяц 18 загребут же шакалы. Охуенно. Я тебе давно говорил, блядь, призыва нет. Че ты говорил? Призыва нет, блядь, откуда я знаю, что это такое? Может, это ваш рэпер какой-нибудь новый? Да какой рэпер, батя, я тебе говорил, это компания, которая помогает пацанам отмазаться от армии. Выручает их, понимаешь? Все в белую, все правильно. Ну, они через этих там, у них врачи, юристы, все персонально с тобой работают. Все четко, все чисто. Да? Да? Ты запиши там эту... Что там, куда да надо? Да записал звонить? Я уже давно, все на холодильнике висит. Ладно, все, пацаны, спасибо. Вам спасибо. Промокод введите по ссылке, будет скидка 10%. Что ввести? Промокод. Да он пьяный, не обращайте внимания. Пьяный. Пойду, блядь, тебе на плоскостопие зарабатывать. Давай, батянь, давай. Товарищ водитель, остановочку делаем. Вот, пожалуйста. Еще один. Хуяная интеграция. Здрасте. Федеральный проект «Стоп без». Вы припарковались в неположенном месте, пожалуйста, перепаркуйте транспортное средство. Извините, ребята, не заводится. В поликлинику приехал, вот, сейчас заведу и все. Да, заведу сейчас. Да мы вот таких вот дегенератов, у кого не заводится, по 15 человек в день наказываем. Я сейчас считаю до трех, если вы не перепарковываете автомобиль, мы вам клеим наклейку на лобовое стекло. Раз, два, три. Неадекватный, все. Не ради денег стримлю. Клиника, клей давай. Слушай, у меня закончились наклейки. А чё есть? У меня есть баллоны с краской. Сабанили эти приветики. Ты чё делаешь? Чё? Так, вы чё, блядь, паникуете? Это постанова, ребят. Чё делаешь? Подожди, пиши, чё пиши, надо? Пиши, чё, пиши, чё, пиши, чё надо? Чё делаешь? Подожди, ты чё делаешь? Я деда, подожди, держите, а? Стой, отец! Что делаешь? Держите! Что делаешь? Ты чё? А потому что не надо вести себя на дороге, как хам! С ума сошли! Нет, с ума! Мразь. Зайдем с ума, блядь, сейчас. Давай, работаем, пацаны, нормально. Вас ласку, подожди. Охуеть. Ласточка моя. Пацаны, ты что делаешь?
Сатира, посмотрим, ребят. А я думаю, завтра на стриме Дудя посмотрим вот этого, блядь, Дудя, где Сатир, кто там, Поперечный, да, по-моему, или нет. Ну, хороший выпуск, я уже добавил закладки. Да естись, он не может, хамло! Чудовище! Все, ладно, вот так вот сделаем. Нормально наказали. А потому что в следующий раз парковаться будешь нормально, блядь, хамло! А, Соболев, Гудов, да, и Сатир. О, пускай отдохнет немножко. Вот таким образом мы снова установили справедливость, и наш социальный проект двигается дальше. Дорогие друзья, мы были уверены, что на сегодня наш рейд уже закончен, но как бы не так, хотели купить продуктов и спокойно разъехаться по домам, но не могли пройти мимо вопиющей наглости. Человек на огромной парковке, где куча парковочных мест, встал посередине, занял минимум 3 парковочных места. Ну что это такое? Это полный пиздец. Я считаю, что нужно сделать это последним на сегодня наказанием. Давайте сделаем свое дело. Ебать! Окошко опустите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые. Вам не кажется, что устали не совсем по правилам дорожного движения? Здесь очень много мест, где можно было спокойно припарковать свой автомобиль и никому не мешать. Но вы почему-то решили, что если вы на дорогом, хорошем автомобиле, значит, вы хозяева жизни. Значит, вы лучше остальных. Значит, у вас есть какие-то привилегии. Я вам скажу, это не так. Правила для всех одинаковые. Вы сейчас должны отъехать, покинуть то место, которое вы занимаете, где могли бы встать 3 машины, а то и 4. Отъедьте, пожалуйста, немедленно, иначе мы наклеим вам вот эту наклейку. А Давидыча выпустили или нет уже? Тоже кубанчики, да, это те еще кабаны, блядь. Ну, все-таки какая-то совесть есть у людей, да? Лишний раз это доказывает, что наше дело это не просто какие-то слова, мы социальный проект, который помогает. Блядь! Кирюха! Они что, сумасшедшие, блядь? Кирюша! Братишка! Мужики! Мужики, вы что, ебанулись? Тихо! Тихо, мужики, вы сейчас, вы человека убили, вы Кирюшку-то убили, блядь! Вы что творите? Мужики, вы что творите, блядь? Не, 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 блядь, я же не хочу, ребятушки! По итогам сегодняшнего рейда нашим активистам удалось пресечь около 4 грубейших и совершенно бессовестных нарушений правил дорожного движения. Мы потеряли 2 человек, но убиваться горем и останавливаться... Потеряли 2 человек, блядь. Пусть каждый, кто так легко плюет на окружающих, знает, если сегодня один стоп-хамовец ушел, завтра на его место встанут 2. Стоп-хам навсегда. Это хороший выпуск, что-то прошлый, потому что какой-то полный пиздос был. Кстати, вот Noize MC новый клип. Я раньше очень любил Noize MC, а потом как-то, блядь, мне в один момент разобрался.